Перепрошивка – это лучший продукт, который мы создавали за все время существования проекта. Это уникальный тренинг, аналогов которому я в России не встречал. И этот тренинг не о том, как создать лендинг и настроить директ. Этот тренинг о том, как на глубинном уровне изменить себя. Я всегда хотел создать тренинг, в котором люди бы получали колоссальные знания, но при этом, чтобы сам тренинг проходил не в форме скучной лекции или семинара, а чтобы это было некое приключение. Обычно, когда многие люди приходят к нам на наши тренинги, задают вопросы, что нужно сделать прямо сейчас, быстро, чтобы получить какой-то результат. Меня всегда это поражало, удивляло, потому что люди хотят краткосрочных, быстрых результатов и никогда не задумываются над тем, что действительно лежит в основе глобальных результатов, которые вы получаете от жизни. Так вот, на тренинге «Перепрошивка» в течение вот этого всего времени мы как раз-таки не только говорим о том, что влияет на максимальные результаты в жизни, а именно проделываем это на практике для того, чтобы вы могли действительно понять на себе, ответить на свои вопросы, что нужно делать конкретно вам для того, чтобы прийти к вашим результатам гораздо быстрее. Мы создаем, да, для вас такую программу, которая позволяет вам, во-первых, зафиксировать то, что есть сейчас, чтобы никогда не скатываться ниже, и позволит вам двигаться дальше до следующей планки, которую мы проработаем с вами вместе на перепрошивке. В первую очередь, перепрошивка – это тренинг для действующих предпринимателей, которые хотят ускорить достижение своих целей, которые хотят увеличить масштаб своей личности и выйти на новые уровни своего развития. Независимо от того, начинаете вы бизнес, либо у вас уже есть какой-то проект, который приносит вам невероятные результаты, вот в этой атмосфере, да, вот в этой синергии, любой участник, любой человек развивается многократно быстрее, чем если действует в одиночку. Поэтому, если вы только думаете над тем, чтобы открыть свое дело, да, вам это подойдет. Если вы уже развиваетесь в каком-то проекте, хотите увеличить свои результаты, это вдвойне вам подойдет. Если вы ставите себе какие-то дерзкие цели, не знаете, как не максимально быстро прийти, это тоже вам подойдет. Еще один частый вопрос, который я слышал: стоит ли ехать на перепрошивку? На самом деле выбор всегда за вами, я не буду вам говорить да, нет, потому что наверняка вы знаете ответ на этот вопрос уже внутри себя. Мне будет искренне приятно видеть вас в течение нескольких дней на нашем тренинге «Перепрошивка», поработать с вами лично и действительно заложить в вас вот тот фундамент, который определяет, насколько быстро вы придете к той жизни, к тем результатам, к тому успеху, который вы для себя сами формируете. Выходя отсюда, человек становится умиротворенной, гармоничной, мощной личностью, которая может абсолютно все. И очень здорово, что мы можем в тренинге «Перепрошивка» быть вкладом в этих людей, помогать этим людям, общаться с этими людьми и вместе развиваться. Для меня это очень ценно.